В Подмосковье задержаны члены транснационального наркосиндиката. Они привозили около 10 килограммов наркотиков стоимостью более 8 миллионов рублей. Об этом сообщили сегодня в МВД. Оба водителя сейчас арестованы, но отрицают свою вину. Оправдание традиционное, мол, не знали о содержимом груза. При этом, по данным оперативников, один из задержанных является криминальным авторитетом. При досмотре этих автомобилей в специально оборудованных тайниках было обнаружено наркотическое средство гашиш общим весом около 10 килограммов. Примерная стоимость изъятых наркотиков составляет более 8 миллионов рублей. Сотрудники МВД России задержали обоих водителей транспортных средств. В отношении них возбуждены уголовные дела, и по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным оперативников, задержанные входят в число активных участников транснационального наркосиндиката, поставляющего наркотики на территорию нашей страны.